Всем привет, друзья, с вами Дима Филатов, и я снова отправился в магазин Светофор. Просто в предыдущем ролике я не все рассказал и показал всю продукцию, которая имеется в этом магазине. Так давайте зайдем и посмотрим, что я еще вам не показал. Печенье Тимми. Так, стоит 71 рубль 50 копеек. Такие вот печеньки. Десерт вау, тасти, 125.50. Движемся дальше. Это соломка у нас получается. Стоит она за 0,3 36,50. Ребят, тут даже есть светильники, понимаете, лампочки светодиодные. Получается, светильник светодиодный. С датчиком движения на солнечной батарее 365 рублей стоит. Здесь просто обычные лампочки. 54,50 копеек. Длинная лампа. Светодиодная подсветка 70 сантиметров, 139 рублей. Экономичная туалетная бумага есть. Стоит 73 рубля 50 копеек. Движемся дальше. Здесь все туалетная бумага. Так, влажные салфетки. 69 рублей стоит за 200 штук. Так, Чокупай Яшкино за упаковочку получается 180 грамм и 62 рубля. Ребят, в этом магазине можно найти все что угодно, даже товары для дома. Вот, как вы видите, здесь даже есть набор кружка и салатник. Это получается у нас стоит 147 рублей, это детский набор. Кружка просто 350 мл, 71 рубль. Так, салатник вот такой вот. Получается стеклянный. Точнее, керамический, наверное, это вернее будет, 103 рубля стоит. Так, блюдо сервировочное, 219 рублей, вот за такое блюдо. Как тарелка для пиццы, посмотрите. Сантиметр 40, наверное, она будет, а, 32 сантиметра. Также имеются тарелочки маленькие такие вот. Вот они, получается, такого. Это на 190 миллиметров, 70 рублей 50 копеек. Тут всякая куча посуды полно. И ценник вполне доступны. Такие вот тарелочки, сами вы видите, какие цены. Повторять их не буду. Вот кружка, то есть получается вот ее ценник 71 рубль. Движемся дальше. Также здесь есть кастрюля, как вы видите. Крышка, вот крышка. С ручкой стеклянная, с металлическим ободом. 132 рубля. Такие вот кастрюли. Такие. Казан даже есть. А, вот кастрюля 896 рублей стоит. Вот эта вот кастрюля получается. И казан алюминиевый с крышкой 1071. Так, движемся дальше. Друзья, кастрюля такая стоит, конечно, цена. Не такая уж большая, за такую кастрюлю 5-литровую 1459 рублей стоит. Также имеется канцтовары для школьников, тетрадки, ручки, пеналы там есть линейки, кастрюли. Да, эта кастрюля я вам показывал. Вот сковорода такая получается. Сковорода с антипригарным покрытием, с крышкой. Стоит 1051. Вот, движемся дальше. Тоже, что у нас тут? Цветной картон стоит 65 рублей. Ну, не особо дорого. Альбом такой 40 листов, просто обычный. Для там изобразительного искусства, рисовать ребенку. 47 рублей 50 копеек. Так, движемся дальше. Сами видите, конечно, да, здесь как, знаете, как на оптовых рынках заходишь, и просто все в коробку стоит, и каждый подходит и берет, что хочет. Так, тут у нас что? А, это дуршлаг 92 рубля 50 копеек. Что-то не вижу дуршлаг. Это явно не дуршлаг. А вот он, да, дуршлаг вот такой вот. Такой дуршлаг. Так, движемся в продуктовым отделом и буду показывать, какие там есть новиночки, чего я еще не видел. А что я смотрел у других авторов, хочу показать. Также вы можете найти одежду, тапочки, слепонные, женские, 289 рублей. Футболка МЖ. Типа мужская, женская, может. 170 рублей.
тоже стул, посмотрите, стулья можно, там 358 рублей, 885, и стол такой маленький, складной, на природный кемпинг вообще идеальный. Покупка 1345 рублей. Банка опята Намека консервированная стоит 300 миллилитров, у нее получается 297 рублей 50 копеек. В принципе, особо недорого. А, это шампиньоны резаные. Извиняюсь, шампиньоны резаные, вот эта вот банка получается стоит 297, а вот эти грибы стоят за 300 661 рубль 50 копеек. Также есть маслины, посмотрите, какие огромные баночки, это 4 250 миллилитров, 745 рублей всего лишь. Это достаточно бюджетная цена на такую большую банку. Персики половинки, 425 миллилитров, 60 рублей. Друзья, смотрите, какая мне интересная находка попала с собой там на кемпинг здесь, просто на природу, на рыбалочку, каша гречневая с говядиной. Давайте-ка я ее, наверное, возьму на обзорчик себе. Стоит она 71 рубль за 525 грамм. Обхватит говядину тушеная. Почему? Так, стоп. Другая банка получается. Возьми каша гречневая. Потому что она каша гречневая с говядиной, все правильно. Так. Может, это тушеная. Так, надо разбираться. Но все равно я ее возьму. Как бы я этого не хотел. Так, 71 рубль она стоит. Здесь, смотрите, говядина тушеная халве в банке стоит 122 рубля за полкило. Мясо рубленное, тоже 122 грамма за 338 грамм. Что, друзья, переходим к морозке, замороженным полуфабрикатом. Тесто слоеное стоит 107 рублей за килограмм. Тесто слоеное бездрожжевое тоже такая же цена, как и дрожжевого теста. Дальше что у нас? Рожок пломбир ванильный, получается 41 рубль стоит. После я не знаю, дело. Тут эскимо, в принципе, компания вот этого вот мороженого очень даже неплохая. А вот это эмбрюне получается вот такая упаковочка, стоит 38 рублей 20 копеек. Рожок. Вот это, наверное, рожок. Вот, да. Вот рожок. Вот ваниль, брусники, шоколады. Стоит 41 рубль. В принципе, бюджетные ценники очень, конечно, это удивляет. Здесь очень низкие цены по сравнению вообще, в принципе, с другими магазинами. Также чуть. Это что? Ванна. Пломбибон, а это 2,5 килограмма мороженого за 487 рублей, я так понимаю, что его в принципе нет. Кстати, я такое мороженое ел, вот от этой компании славится, очень хорошее, всем советую. А, это у нас замороженные ягоды получаются, да. Черника стоит 302 рубля, потом вишня, сыр мороженое, бискотчик 201. Черные стволы 337 рублей стоит. Дальше идем. Пиха. Пусть заморожены 214. Их клубника получает заморожены 152 рубля. Все, все. Половиночка, в принципе, выглядит достаточно сильно. Упаковано хорошо. Там взять себе на варенье, даже клубник сварить, какой-нибудь кабусик, мосик. Вообще красота. Тушка у нас сутки. Вот такая тушка. Сейчас посмотрю, сколько килограмм. Тушка тушенка улыбина. А, это получается за такую тушечку 233 рубля. Что, я снова зашел, друзья, в Морозково. Икра структурированная. Она получается стоит 125 рублей 50 копеек за 120 грамм. Пожалуй, я возьму и расскажу, какая на вкус в следующих выпусках. Взял пока что немножечко. Так что сейчас я буду уже ходить и набирать продукты. Это дело я вам уже показывал. Здесь молочка, получается овощи, сыры, вот, и рыба. В следующих роликах, если кто не смотрел, заходите в следующий ролик, смотрите. Перья вкусы, пожалуй, вот, наверное, я взять 208 рублей за 0,8. Так что, друзья, спасибо, кто посмотрел мой ролик. Я с вами прощаюсь, а дальше будет распаковка этих товаров, которые я сегодня купил, и, естественно, будет обзор на них.
холодильник очень комфортно находиться. В Сочи очень жарко, плюс 28 градусов, а здесь вообще очень обалденно. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.